сложная игра, особенно первый тайм. Анжей очень хорошо оборонялась. Анжей, команда достаточно неприятная и очень сложно ее победить. Нужен был быстрый гол, но у нас это не получалось. А второй тайм, на мой взгляд, стало побольше простора. Мы стали быстрее передавать друг другу мяч. Изменения, которые мы сделали, если с правой стороны у нас в первом тайме были моменты, где Игнатьев играл, то где Миша Лысов оборону, он неплохо отыгрывал, а атакующие действия были не лучшим образом, поэтому мы его поменяли. Но могли раньше забить, хорошие, конечно, две ситуации такие. Но хорошо, что так. Хорошо, что так, выиграли, и очень хороший второй тайм. Рыбус, игрок квалифицированный, ему нужно набрать физические кондиции, и он будет помощником нашим. Фарфан играл достаточно неплохо. Во-первых, объем работы хороший был. Второе, он имел 2 100-процентных момента. Но не удалось забить, тут была доля везения, на мой взгляд. А так он очень полезен был в сегодняшнем матче. Он большое давление оказывал по центральной оси. Да, Михалик полностью восстановился и еще чисто физически, я думаю, ему нужно немного набрать. Игровой практики у него, конечно, явно не хватает. Но я бы никого не стал выделять. На мой взгляд, второй тайм все хорошо играли. Первый тайм у нас были проблемы, то второй тайм много комбинационной игры, много передач было, много достаточно моментов было создано.